Первым делом – самолеты. В рамках программы «Активное лето» ивановские школьники посетили аэродром Ясюниха. Ребята смогли увидеть все, что связано с бескрайним небом. И детям очень нравится посмотреть на самолеты, посидеть. То есть дети просто не только это массовое мероприятие, то есть это много. То есть каждый он из них как считает себя каким-то участником этой экскурсии. Что такое фюзеляж, как самолеты взлетают и высоко ли поднимаются? На все вопросы ребят отвечали работники аэродрома. Но особое восхищение у школьников вызвали парашютисты. Пожалуй, каждый, завидев в небе яркий купол, невольно позавидовал отважным спортсменам. Мы увидели вертолет, на котором улетели парашютисты. И мы видели, как они спрыгивали с вертолета. Они готовятся к разным конкурсам. И еще нам рассказали о разных других самолетах. Кроме самолетов, ребятам показали диспетчерский пункт. Правда, внутрь не пустили, а просто рассказали, как все устроено. А в конце экскурсии школьники смогли ощутить себя настоящими летчиками. Ребятам позволили сесть на место пилота, рассмотреть все приборы и подержаться за штурвал. Я залезал, только я был на корточках. Там сиденье, специально железное. Ну, как бы на корточках я сидел там на железном сиденье. Мне очень понравилось. Эта экскурсия для ребят далеко не последняя, но многие школьники уверены, наверняка самая запоминающаяся. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.